Так, и у нас абсолютка 270 плюс. Вы шутите, ребята? Она сейчас просто по залу объявляют еще раз финал Мошкина. Объявлено дополнительное время в связи с подачей протеста. А, вот, кстати, протест. Ух ты! А у девочек протест подали. Собственно, Мошкина с Савичевой. Любопытненько. Но это не значит, что... Это доп-время будет. Будет. Это будет доп-время. А почему? Я, кстати, могу понять, потому что разницы не было в 2 балла. Было 1-0, насколько я видел. Не 2. Так, поэтому это автоматом доп-время. Но это ладно. Сейчас посмотрим, все будет потом. Тижи, как будут разбираться. Руслан Меджидов, представитель Нижнего Новгорода, против Андрея Авдеева из Ярославля. Авдеев блестящий бой был. Нокаут как-никак. Да. И чувствуется, что Авдеев заряжен такой. И заряженный, он по габаритам превосходит своего оппонента. Руслан подгоняет тем временем своего бойца, болеющие за него конкретно. Ну так, вальяжно очень пока. Да-да-да, вот опущенное правое, это не всегда хорошо. Нет, здесь пока без оценок. Без оценок очень много желания, но попадание... Да, и суеты было еще больше, чем желание. Соответственно, оценок нет. Предлагает сейчас судья поправить экипировку. Все нормально, можно продолжать бой. Россия говорит, здесь не предлагает, настаивает. Хорош, есть. Кстати, также вирусный ролик, по-моему, с участием Анатолия Филиппова. Когда... Ой, ну этому ролику лет уже, да. Вы знаете сколько. Там, это где... вот тот самый судья, неадекват, да. Ну так, съемки сериала какого-то, не помню, какого-то из наших. Но этому ролику лет, так, ну, больше 10, как мне кажется. Толя, конечно, узнаваемость после этого сильно повысилась, прямо скажем. Есть. Кстати, Анатолий Филиппов, он не просто один из первопроходцев УДО, прославленный чемпион, он еще и актер, каскадер. Все чаще вижу его в всевозможных боевиках. Тут, да, тут очень фактурный. Целая плеяда. Очень фактурный боец. Очень давно уже всем этим занимается. Ну и плюс... Ох ты! Ой-ой-ой, синий дал. Синий дал. Дали оценочку, нет? Вот это голова. Раз, два. Пошли. Вот это мужика называется размен. У кого голова крепче? Сейчас уже не про технику. Кто кого сейчас просто переломит. Старается. Синий молодец, конечно, до последнего. Вцепился просто. Вцепился и сработал. Ну, красота. А это явное доп. Время. Но, конечно, здесь будет очень непросто. Очень непросто одному и второму. Потому что Руслан Меджидов сейчас очень много сил отдал на то, чтобы вот этой серии взорваться, попасть и получить оценку. Ее не было. А Андрею Авдееву пришлось перекрываться так по-серьезному. И что-то по нему дошло. Подошло однозначно. Мы и видели это. Ну так бум-бум-бум-бум-бум такой вот. Вот так часто дерутся на любительских турнирах. Причем вне зависимости от коэффициентов, когда... Вот все, то есть щелкнул, да, первый пропустил, забрало, упало, двуручник из-за спины достал вместе с сушеными мухоморами, и все, и рубиться вот туда вот, и давай, кто кого. Но в финале чемпионата России вот такого вот размена я не припомню уже очень давно. Очень давно. Ну, прям порадовали, ребят, спасибо. Да, смотрите-ка, вот, готовится выйти... Девочки готовятся выйти, ну, доп-время, и сейчас, ну, с одной из... Там судейская ошибка, на мой взгляд, чистой воды. Я еще думал, ну, может, мне что-то показалось не то.
Но хорошо, что есть возможность преодолеть. Хорошо, что есть. Жалко, что не сразу, потому что там-то бой был безумно интересный. Он бы смотрелся целостно. А сейчас это получается 2-3 минутки, причем то есть, там, с преимуществом одной из. Опять-таки, спортсменки остыли. Сейчас им по новой согреваться, выходить, настраиваться. И тут же больше психологический настрой. Кто-то перегорел, а кто-то тонус ментально сохранил. Но, с другой стороны, все в одинаковых условиях, поэтому, если нужна победа, иди побеждай, какие вопросы. А у нас пошло дополнительное время. Первое доп. Время, и вот здесь от Тяжиков, конечно, да, подустали, задышал. По Авдееву просто видно сейчас, он уже дышит, уже кислород в зале закончился. Пара заходов, вот сейчас даже, вот делать, как бы, что хотите, дорогие друзья, он мог устоять, но просто уже усталость такова, что уже проще было упасть, чтобы получить вот эту паузу на вдох. Руки совсем внизу. Ну, Руслан, вот он твой шанс. Лоу-кик, конечно же, хорошо, но нужно продолжение. Продолжения не было. И ну он садится на него просто как на диван уже. Есть. Кока. И сразу лука. Устал. Сейчас, я думаю, сделает. Оторвет. Да. Это вопрос выносливости. В тяжелых коэффициентах она является очень часто определяющей. Не твоя пушечная банка, а твое желание и готовность драться много и долго. Кардио, ОФП, СФП. Да, сыграло. Все сыграло. Борьба. Потому что было заметно, и я думаю, что как раз Руслан это увидел после того эпизода с падением, что сил уже нет. Он еле и стоит. Вот сейчас Руслан показал два пальца. Означает ли это, что он двукратный чемпион? Я сейчас вход не могу смотреть. Биографию на то. Комментировал не так давно самбу. Ну, не один раз самбу комментировал. И вот там ребята, когда побеждают, например, чемпионата мира, да, у них там у кого-то пальцев на руках не хватает. Можно на ногах показать, да. Начинать. Ну что ж, девочки. Да, девчонки, дополнительное время сейчас, я думаю, после... сейчас вернут, во-первых, судейские записки по основному времени у девчонок. А во-вторых, этот поединок будет, возможно, продолженным, ну, продолжающимся. А здесь Меджидовым поздравляем с званием чемпиона России. Молодец.